Пошло. Так, Эдвардс, встреча вон за теми холмами. Не забывай про деревню. Так, ребята, держитесь. Вперед! Левый фланг. Захваченные танки идут в деревню. Готовьтесь, парни. Мы теперь в тылу у фрицев. Неизвестно, что там дальше будет. Радостная мысль. Парни, мы уже долго продержались. Давайте и дальше так же. Старушка Бесс нас вон куда довела. И дальше доведет, если мы ей поможем. Заебись, блядь. Давай. Вот. Куда ты, блядь? Нихуя не держит. Блять, нету главного калибра, да. Блять, ну как же так, сука, блять, меня разъебал маленький вонючий танк, блять. Пиздец, позор, блять. Дарасы. Так, продолжаем ехать. Я чуть-чуть на паузу поставил. Пиздец, маленький танк меня разъебал. Я в ахуе, блядь. В этой жизни, блядь, честно. Полевое орудие! Секунду. Куда ты, сука, блядь? Плохо. Сейчас починку произведу.
можно ехать дальше. Давайте они, смотри, дерзкие. Блядь, это сзади грена кидает. А, вот он. Куда побежал, блядь? Косой, косой, чувак. А я попал, блядь. Ну едь сюда, сука, блядь. Блядь, попал, ладно. Там какой-то шныр остался, да и хуй на него. Вот здесь где-то кто-то впереди есть. Танков до хуя, пизда. Попал, бля. О, вот этого можно ебануть. Давай, давай. Ну они, смотри, тупые вообще. Повыше чуть. Гори, ублюдок! Вот так лучше. Так, малюсенький танк меня в обход, ебат, пытается. Да, вон, вот он, вот он. Сейчас попробуем его отрезать. Малыш, вели еще на ходу! Отлично, Макманус! Есть! Горите, чертовы фрицы! Блять, уже 6 танков ебало. Вот это пиздец, да, глава? Уже 1.5 часа, ебать, играем. Почти 2. Потом вырезать, заебусь. Там на 4 миссии мы вырезаем. А, поехали. На эксперте же, да, играем? Да, на эксперте, ну-ка, чё тут?
Берегите танк от повреждений до зачистки деревни в голове сталь на сталь. Нихуя себе, это так сложно. Но это плохо, вон я потом сделаю. Удача выполнена. Рельсы! На другой стороне холма депо. Мы ищем главную дорогу, идущую мимо него. Мы там по прямой ехать, а хуля. Это район сосредоточения. Они собираются отбить камбре. Значит, едем дальше. А потом, пусть они всех врасплох застигнут на месте встречи. Ну и каков план? Инициатива на нашей стороне. Ударим здесь, сильно и внезапно. И можем изменить исход боя. Ну хорошо. За работу, черт возьми. Не останавливайся. И давай пополниться. Только вы не поняли, что мы тут одни. Давай, сука. Попал, блядь. Бля, кашу, пизда. Подожди, это ёпта. Давай. Блять, повыше что ли? Еще вот повыше. Так, вот так, так. Все, починку нахуй. Покоцали незаурядно нас. Поехали, попы. Я хуй знает, я не вижу тут немецких танков. Ты
бля, ну они пиздец суицидные вообще. На танк бегут, блядь. С одной винтовкой, блядь. Следи, будет бронетехника! Опа. И что? Это все? Им конец! Новая цель! Опа! Вот они! Я специальный маневр сделал, блядь. Они... Бля. Бля, ж не знал, что у них еще там такую вот еще танцевал, блядь. Подожди. Найди ты. Найди все до единого. Блядь, того не могу пометить. Есть прицел. Давай. Отлично, друг! Гусеница повреждена. Отлично, Макманус! Ну хули, сложно, эксперт надо, блядь, торопиться, как бы. На Лизгаву можно, в принципе, с той стороны справа сейчас заехать и дунуть ему нахуй. Что сейчас я и сделаю. Шел уже 6 час вечера, я до сих пор не могу пройти вторую главу, блядь. Догоняй, малыша! Следи за направлением стрельбы! Хорошо, прицел! Отлично! Вроде все, да? Блядь, еще один! Что нахуй? Где он?
жопу ко мне не зашел. Какой, сука, шустрый, а? Бля, у маленького, у него маневренность лучше, блядь. Блять, это долго было, блядь, мучили. Вражеская группа на подходе! Давайте рванем в камбре прямо по главной дороге! Да, подожди. Они именно оттуда и пойдут! Эдвардс, найди нам позицию, чтобы мы могли их атаковать, когда они прибудут! Охуеть, где подойти? Тут тоже, да, боевые уставы? Ну я ж даже искать не буду. Может, буду. А может, да нахуй пизду. Потом. Мне записи, блядь. Вот так, для слежения. А куда я ехать должен? Хорошо, Макманус! Там большой танк едет. Надо объезжать. Бля, они заебали, сука, я заебался уже их отбивать, этих пидорасов, блядь. Они в натуре надоели уже. Ну сколько этих тварей, блядь, еще, а? Сколько мне еще нужно их перепить, блядь? Ебаный, ты откуда взялся-то, блядь? Это Сагринча!
Блядь, попал. Вот сука. Он все еще движется. Блядь, сука, блядь. Блядь, тварь ебучая, как мне этот маленький танк уже заебал, он бесит меня, сука. Блядь, он уже нереально меня бесит, блядь. Пиздец. Вражеская группа на подходе. Где? Давайте рванем в камбре прямо по главной дороге. Они именно оттуда и пойдут. Эдвардс, найди нам позицию, чтобы мы могли их атаковать, когда они прибудут. Малыш Вилли еще на ходу. Это за Финча. Достали ублюдка мелкого. Танк у меня на прицеле был. Обе орудийный расчет. Подходи сзади. Там броня тут. Сейчас мне очень это неудобно. Да посмотри, он вообще, я по нему даже не попал ни разу, ебать. Это пиздец. Я даже по танку не попал ни разу, бля. Жизнь, боль, пацаны, боль, жизнь. Буду всем гореть. Догоняй малыша! Устойчивый, блядь. Ладно, давай починку произведем. Блядь, они заебали реально, сука. Эти танки маленькие, они маленькие, гадкие, пиздец. Гадкие, тут там кто-то еще же. Все, веди танк! Ну отсюда и... Вон он, блин. Так, парни, не отвлекаемся! Такие грозные теперь, да? Не суетись! Сосредоточься! Че, еще поедут, что ли? Я пойду
Так, два попадения. Три попадения. Четыре. Получи, чертов фриц! Контратака была не такой мощной, какой могла бы быть. Они еще придут. Значит, окопаемся тут и деремся. Пусть Бэс сделает то, что лучше всего умеет. Блять, еще едут. Движущаяся крепость! Наведи меня! Нихуя себе, блядь, они везде приготовились. Бля, ну тут недолет будет, однозначно. Бля. Легкий танк, наведись на него! Я могу сказать, братаны, это фиаско. И прям мой нокаут, нахуй. Нахуй. Вот они, пулемет готов. И где? Вон они, блядь, крепостные танки едут. Движущаяся крепость! Наведи меня, Эдвардс! Блять, недолет, я ебал нам. Бля, есть супер снаряды какие-нибудь, блядь. Я, блядь, не хочу с этой хуйней связываться. День есть там. Сука, я не вижу, блядь. Они хуй еще и помечаются, ёбаный. Где они, ёбаный? Пиздец. Куда они делись-то, блядь? А, вот. Вот там его вижу, блядь. Бля, надо объезжать тогда, хули делать, бля. Он здоровяк. Бля.
Саакашвили еще на ходу. Держи так, чтобы легкий танк у меня на подходе был. Достали ублюдка мелкого. Так, а это там где-то, сука. Блять, вагон ебаный. Сыкотно на харпе, сыкотно, блядь. Враши все. Есть прицел! Едем! Не убивай, братан! Блять, ну они меня глушат! Просто наглухо, просто они меня уничтожают наглухо, нахуй. Я не знаю, что делать. Я сейчас пойду просто, короче, и заминирую нахуй. Я сейчас кину 6 динамитов туда. Заткнись нахуй, и так нервы, блядь. Не по пизде, ни к черту. Но они гандоны, блять, они понял, на динамит не едут, нихуя. Вот они, пулемет готов! Бля, минус 45 здоровья сразу снимает, ты можешь это поверить? Ну все, у тебя меня убьют там. Смотри. Готов. Я не знаю, пацаны, как одолеть эти две очень жопо раздражающие машины, блять, но... Это крайне сложно. Короче, я отступаю нахуй на самый зад. Блять, жалко, нельзя открыть эту хуйню, как она называется. Орудие! Орудие! Попасть, короче. Блять, они рассосались, сука. Бля, по крепости надо снарядов 10 хуярить, точно, блять, это будет пизда вообще. Ну просто они меня с двух, сука, раз сносят сразу, с трех даже.
Блять, ну почему? С расстояния только буду убивать. Бля, не уезжать, заебали. Ты посмотри, пиздец, они реально уезжают. О, гассер, гассер едет. Пока не тут, можно их так ебашить. Блядь, нихуя. Я, короче, буду здесь кемпере сидеть, они меня не видят все равно отсюда. По-другому никак, нахуй. Блять, эти здесь заебали. Но ты маленький нахуй. Атакуем, атакуем! Да попади ты, сука, уже! Дерево, блядь, остановило снаряд, ты понимаешь, дерево. О. Бля, вообще не могу попасть. Блядь, это пиздец, блядь, это... То перелет, то недолет, блядь. Я даже не сдвинусь отсюда, потому что они мне сразу массово наносят, нахуй. О, видишь. У них масштаб один только. Так, а сколько их осталось? Еще один по-любому. Да, посмотрим. О, здоровяк еще остался один. Черт, хорошо попал! Блять. Блять.
Блять, ну это пиздец, это тир ебаный нереальный, короче. Ну, блять, короче, ну одна машина осталась, это тяжелая, надо уничтожить, и сейчас поедем. То, что я ебал, не хочу туда ехать, я очкую, я боюсь. Чуть надо поменьше брать. А два танчика этих мы раздавим быстренько, нахуй. Смотри, где едет. Вот он, блядь. Бля, видишь, это лёд, блядь. Бля, дерево ебучее, мишень. Я не уверен, а еще надо раз ебать. Да, все. Можно ехать теперь, все похуй. Ну че, гады, блядь? А вот отсюда они меня уже видят, ебать. Так, а где второй? А, вот он. Отлично, Макманус! Есть! Сейчас сюда еще один вернется. Блять, недолет. Хорошо прицелился! Ой, последний. Отлично, все, пошли нахуй, пидоры. Справились, парни! Справилась, девочка! Остановка! Сэр? Эдвардс, поезжай! Ну нет, не думайте, что можете сейчас умереть. Я в порядке, парни. Устал просто. Так, короче, чуваки, Веселье. Сейчас я это самое на паузу поставлю. Боевой устав здесь поищу и возобновлю. Бля, они из танка не вылазят, короче. Видишь, я нажимаю Е, вылез, и они нихуя не вылазят. Дарасы, блядь. А, черт возьми. И вы оба в ноты не попадаете. Эй! Видишь, нельзя вылезти, сука. Гады, блядь. У, блядь, какая долгая кампания первой главы, вот этой второй. Гони, гони! Только не говори, что у меня с пистолетом против, блядь, сотни людей везде. Ты, сука, вылезешь из танка, трусливая сука, блядь, нельзя. Дядь ебёт там.
Ну что, закончилась, нет, компания, ёпта. Танка нет тоже, нахуй. Бля, что голова раскалывается, пиздец. Пешком. Подрубитый при Камбре приносит свыше 500 танков. Через месяц война закончилась. Два часа, 22 минуты. Я охуею, я эту вторую главу проходил. Это что-то с чем-то, блядь. Получаю достижение сквозь грязь и кровь. Ну что, пацаны, давай тогда на этом серию закончим. Уже теперь можно, да, заходить во главу вот сюда вот, да. Как тут, блядь? Ладно, все, короче, чуваки, всем спасибо, царел, всем пока, увидимся в следующих сериях.